видео, которое я обещала вам уже отснять, это будет лес. Вот, на самом деле хотела сказать, что город очень чистый, но ни мусора, ничего, блин, сегодня холодно, как всегда, но солнце что-то светит, немного, конечно, греет. Так вот, вообще город очень чистый, везде убрано, красиво очень, зеленый город, но, если честно, в этом лесу, ну, там, где как раз-таки отдыхают люди, не очень чисто. Люди, походу, точно такие же, как у нас, просто здесь тщательнее убирают. А в лесу, наверное, не убирают. Лес, кстати, очень-очень красивый. Он очень глубокий. Не знаю, можно ли тут заблудиться, но... Покатиться и скатиться так хорошенько можно 100%. Тут рядом, сейчас я вам покажу, морг. Бывший морг. Сейчас я не знаю, что это. Неглубокий лес. Блин, вам, наверное, не видно будет. Куча мусора. Но это еще не та куча. Очень красивый. Вот так вот. Это все скатываться вниз можно. Это очень глубоко. И очень красиво в то же время. Итак, идем дальше. Заборчик такой кривоватенький. Тут мы спускаемся по ступенькам. Вон там вот. Дальше. И переходим к этому лесу, у которого есть свои красивые места, которые я вам сегодня покажу. Да-да-да, это столько много мусора по углам. Очень много мусора, очень-очень много мусора. У нас не во всех лесах так. А тут это самый, наверное, крутой лес. И тут очень много мусора. Вот, нет, я думаю, пойду по другому пути, покажу вам не со ступеньками путь, а с тропинкой. Потому что все-таки мы показываем лес, а с той стороны лес будет видно только с краю, а тут более как-то уже сбоку. Хотя я через ту дорогу лучше выйду и покажу вам еще одну красоту этого леса. Тут вниз тоже спуск большой. Просто огромный вниз. Оно, ну, не, как бы не видно. На самом деле очень глубоко. Очень зеленый, красивый лес. Ой, жалко, что тут мало мусора. Ой, то есть много. Жалко, что тут много мусора. Ой. Итак, мы спускаемся вниз. Покажу вам сюда, как я спускаюсь вниз. Вот такая дорожка красивая. Сзади идет, по которой я иду, вглубь леса. Сейчас встречу кого-нибудь волка, и он скажет: красная шапочка, то есть розовый капюшон, что ты несешь? А я скажу: я несу, да вот пришла грибов насобирать, а их что-то нету. Вот, кстати, про грибы. Тут, наверное, очень много грибов. Что-то там выглядывает. Что же это выглядывает там? Наверное, вам плохо видно, но мне хорошо видно. И я иду практически прям туда. Ну ладно, посмотрите. Так вот, я ему скажу, грибов нету. Можно тут, наверное, много грибов насобирать. Птичка. Я вижу классную птичку. Тихо, тихо, тихо. Классная птичка, где ты? Так, я тебя сейчас сниму. Сниму, сниму. Классная птичка, где она? Так, 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 так. Про грибы потом, про грибы потом. Классная птичка. Я не знаю, что это за птичка.
Где эта птичка? Я ее потеряла. Вот она. В камере я ее не вижу. А, вот она ты. Она что-то клюет. А, все, она улетела. Итак, писано, купание запрещено. Ну, где же купание? Не скажу где, потом скажу. Я пришла туда, где купание запрещено. Вы, наверное, думали, блин, какое купание в лесу? Да, купание в лесу. Смотрите на эту красоту. Там выглядывает, там озеро не видно. Не знаю, как вам передастся через видео эта вся красота. Ну, это прям, ну, очень красиво и прям чуть ли не как не море. Ой, там какой-то рыболов. Сейчас я еле спущусь. Кстати, я на самом деле вообще в домашней одежде вышла. Вот такая. Блин, солнце светит вообще. Короче, я вышла в домашней одежде, и тут наклонено и написано «Купание запрещено». Не будем мешать человеку ловить рыбу, поэтому я вам покажу с этой стороны совсем малюха. Вот там я его вижу, не знаю как вы. Очень красивое место и красивый вид, просто безумно. Ой, это водичка так вот волнами небольшими приливается, очень красиво. Прям, если не смотреть вот туда вот даль, кажется, что на море. Но когда смотришь даль, вообще очень-очень красиво. Не передать просто словами. Это речка очень красивая. Очень голубое небо с облачками и маленькими тучками. Такой классный горизонт. Мне очень нравится. Там лес с правой стороны. С левой, то есть с левой стороны, с правой стороны тоже. И рыбаки тоже. Я так поняла, тут очень часто можно встретить рыболовов, потому что тут очень много рыбы. Ну ладно, пойдем, я вам покажу. Ой, одну, другую, чуть-чуть правее сторону от этого места. Она немного позеленее и погрязнее, эта сторона. Много каштанов. Ой. Чуть не скатилась. Так, водичка зеленого цвета, где тут, конечно, мусор, но там вот много камышей. Такие там камыши, можно забраться наверх леса. Очень красиво. По вечерам выходит маленькие-маленькие лягушатки. Я уже их видела и пыталась ловить. Очень красивое место. Несмотря на то, что тут мусор, я думаю, когда-нибудь люди соберутся целым городом и уберут этот мусор. Хотя навряд ли, конечно, но мысли материализуются. Поднимаемся обратно по этим высоким ступенькам.
так. Вот так. Вы знаете, что это? Это орех. В натуре орех. Вот он какой внутри, я его раскусила. Сейчас я его... Бумажка от чипсов. Я хочу захавать этот орех. Кстати, очень вкусные. Может, мы собирать? Принеси домой, мама. Я принесла орехи. А тут... Нормально, так лежит. Вот еще один. Вот он. Так. И вот еще два нашла. Нашла еще два ореха. Я вижу еще один орех. И сейчас я его, когда положу в сумку от фотоаппарата эти орехи, положу, возьму, и тут и положу его тоже. Нет, тут даже два сразу. Три, четыре. Сколько орехов, смотрите. Я нашла орехи. Я нашла орехи. Еще один. Еще один. Я не знаю, вот такие вот зелененькие. Ай, это оса. Боже. Видео там, где я с драконом воровала вишни. Он сказал, если лечь и лежать долго, то обязательно прилетит муха. И можно ее заснять. Я засняла осу. Я вообще крутая. Так, еще один орех. Еще один орех. Еще один орех. Так, высыпаем. А вы пока считайте, сколько у меня орехов. Буль, 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 буль. Я где-то видела еще один. Ой, там, наверное, живет паук. Но орех я... блин, возьму, который... Ай! Я его упустила уже три раза. Наверное, зря я его брала вообще. Так, нужно смотреть в пол. Я же ищу орехи. Вот еще два ореха. Я надеюсь, я не громко разговариваю, и рыбаки с меня не смеются. Не надо с меня смеяться. Я просто собираю орехи. Тут какие-то ягоды. Какие-то красные ягоды, в которых что-то черное. Они вылупляются, черные-черные штуки. Вот так вот. Это, наверное, дерево с орехами. Или это? В общем, мне пофиг, что дерево с орехами, потому что на них нету орехов. Поэтому они на полу, и поэтому я их буду искать на полу, и, короче, какая мне разница, какое из них дерево орех. Орехи! Я падаю. Орехи, орехи, орехи. Где же вы, орехи? Я надеюсь, что тут не одно дерево с орехами, и по пути мы найдем еще дерево с орехами. У меня прыщ. Так. Как эта штука называется? Не помню. Это... Как же она называется? Не каштан, а... Короче, голова большого человечка с шапкой. Я нашла еще один орех, и еще один орех, и еще один орех, и еще один орех.
И еще один орех. И еще один орех. И еще один орех. И еще один орех. Я нашла. И еще один орех. Боже, сколько их тут. Я просто в шоке. Сейчас я насобираю целую сумку. Принесу домой и положу в тарелочку. Орехи. Я надеюсь, что я вместо ореха не возьму в руки паука. Потому что тут очень много пауков. Я просто в шоке. Я их вечером вынесу камеру и покажу вам их вечером. Если возьму, конечно. И если они поползают, но обычно они выползают вечером, когда нету солнца. Я нашла еще один орех. И еще один орех. И еще один орех. И тут так много паутины. Но я нашла еще один орех. И еще. И еще. Блин, руки дрожат. О, я его упустила. Я его взяла прямо с паутины и упустила. И нашла, достала, еще нашла один. Беру его, у меня аж руки трусятся. И от страха, что там может быть паук. Потому что я его очень боюсь пауков. Но тут столько орехов. Просто много. Какое-то видео, мне кажется, ни о чем, наверное, уже пошло. Как я собирала орехи. Вообще. Но я буду собирать орехи. И буду себя снимать, потому что мне скучно. Мне нужно поговорить с кем-нибудь. Поговорю с камерой. Ну, а потом покажу вам, как я разговаривала с камерой. Люди думают, с кем она разговаривает. Вот дура снимает себя просто на видео. Ладно, буду разговаривать и искать одновременно. Так вот, тут очень много орехов. Еще один орех. Где же мои орехи? Он орех, он орех. Паутина. Где еще орех? Где еще орех? Где еще орех? Орехи. Вот вроде бы ты вот так вот смотришь на них, и ты их просто не видишь. Но если заглянуть, то вот орех. Я их могу искать. Я могу искать орехи. Ой, вот еще один орех. Какой-то он грязный, их нужно помыть. Мама меня убьет за то, что я испачкала сумку из-под фотоаппарата. Но зато я буду с орехами. Так, ну где же эти орехи? Вон еще один орех. И вон еще один орех. Наверное, тут их много. Да, вон еще один орех. Ой, вот еще веточка. Вот такие вот орешки. Эх, выколупаю сейчас. А. Выкину. Вот еще один. Это точно с этого дерева. Точно с него. О, смотрите, какие классные. Какие красивые. Так. Это оса. Оса. Я надухарилась сладкими духами. Я люблю только сладкие духи. И поэтому мне нужно больше, чем всем предостерегаться ос. Сейчас я ложу в сумку. Посмотрите пока в пол. Извините, что так. Ну, а как? Как? Что мне еще можно сделать, если я ложу орехи в сумку? Мне не хватает просто рук. У меня тут еще и тетрадка, и то, и все. Ну и вообще, короче, капец. Кстати, тут где-то... Ай! Орех упал. Тут где-то по лесу гуляет еще мой папа. И он тоже, наверное, собирает орехи, нашел их. И я такая приду, а у меня больше орехов. Хотя он занимается, например, только орехами, а я еще снимаю видео, поэтому мне... Вот он орех, два ореха. Ай, один упал. Они такие классные. Вон еще один орех. Орехи — это мое призвание. Орехособиратель.
Да. Орехособиратель для себя. Остановимся на этом. Вот еще один орех. Вот еще один орех. Зеленоватый какой-то. И вот еще один орех. И вон он, но он вообще какой-то зеленый по ходу дела. Вот еще один орех. Какой-то шкарлупа из ореха, наверное, их ели пауки. Блин, пауки. Я слышу, как кто-то разговаривает. Это рыболовы. И они разговаривают, я их слышу, значит, они слышат, как разговариваю я. Поэтому надеемся на то, что я их больше никогда не увижу. Потому что мне будет как-то не очень ловко. Так, может, тут еще есть орехи? Они смеются. Наверное, они не смеются с меня. Так, орехи. Вон еще один орех. Вон еще один орех. Вон орехи, 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 орехи. А, во, я вспомнила, как зовут ту зеленую штуку. Это, блин, опять забыла. А, это желудь. Вот, желудь. Есть ли тут... Наверное, нужно просто брать эту ветку, чтобы найти больше орехов. Я надеюсь, это... Так, это желудь. Походу. Желудь, желудь, желудь. Блин, вот орех. Главное, и вот. И вот. Главное, не путать орехи с желудями. Сейчас попробую раскусить один. Фу, блин. Орех. Ням, ням, ням. Ням. Фу, еще один. Ай, блин, я пален. Тут, наверное, больше нету орехов. Одни каштаны. А, не, вот орех. Желудь. Точнее, блин, желудь и каштаны. Я вас спутаю. Но это, походу, желудь. Они даже, я поняла, даже на ощупь чуть-чуть разные. Правда, я не знаю, зачем я их ищу. Вот такие вот. Их тут валяется много. Но на дереве их не растет. Вот. Не знаю, оно похоже на грушу. Но, наверное, это яблоки. Очень терпкие. Походу, это недозревшие груши. Сто процентов. Их тут много. Вон сколько разных. Но доспевшие они бы были, мне кажется, очень вкусные. Такой муравейник или что это такое, я не знаю. Вон опять они лежат. Мы идем по над этой речкой. Вниз. Вниз, вниз, вниз. Спускаемся вниз. Паутина, паутина. Ого, трава какая. Моему коту 100% понравится такая трава. Нужно ее сорвать. А, паук.
Там был паук. Ай, блин. Но для моего кота я рискну. Главное, чтобы не было на траве пауков. Потому что я безумно боюсь пауков. Что может быть страшнее змей и пауков? Мне кажется, ничего. Какая она здоровая. Я такую здоровую траву за всю свою жизнь просто не видела. Огромнейшая трава. Вы посмотрите, какими размерами. Она шире, чем мой палец даже. Некоторая. Она такая большая от того, что тут радиация, вот, и они такие большие. Тут все большое какое-то вообще. Может быть, из-за радиации. Хотя местные жители говорят, что нет, ты что? Это не из-за радиации. Но я не уверена, потому что тут все какое-то большое. Непонятные какие-то круглые штучки, цветочки. Это, наверное, цветочки. Их можно посадить. Вот такие вот. Потом... Тут такие вот, это, наверное, не клубника, а как их, полуница, полуница на украинском, блин, я не помню. Такие здоровые колючки. У меня одна батарея осталась и... Ага, блин, нацепилась. Такой папоротник. Резко я вошла в ту точку леса, где просто немного осень. Наступила немного осень. Вот такие ступенечки и водичка. Это красивая водичка. Вот. Квакают жабки. Это я стояла, слушала. Поэтому молчала. Сейчас спущусь по этому классному сходу, этим ступенечкам деревянным. Сюда. Так. Это, походу, та трава, которую ест мой кот. Еще травы. Она прям такая жесткая. Не знаю, даже сможет ли он ее есть. Такой травой даже можно порезаться, наверное. Нарву коту травы. Чей-то хлеб. Очень шумит трава. Там такие камушки, камушки. Норка. Ладно, пойдем дальше. Идем дальше. По этому уже осеннему лесу, уже не зеленому. Ой, блин, как я хочу за грибами. Блин, жалко, что сейчас после осени не будет весны. Очень жалко. Хотелось бы вообще очень сильно весны. Дайте нам весны. Вон там такой сход. Классный.
Вот. Такие желтые. Эти на букву Б. Не помню, как они называются. Если честно. Такой красивый лес. Такие спуски тут, но я спускаться не хочу. Блин, прям как в сказке какой-то. Нужно сфоткаться, подождите секундочку. И вот я нафоткалась и слышу. Я слышу, как долбит долбач. Как он называется? Короче, долбодятел на этом высоком дереве. Но я его, если честно, плохо вижу. Или даже вообще не вижу. А, вон он. Маленький такой. Блин, куда ты за дерево спрятался? Долбит, просто долбит. Все ему завидуют, как он долбит. Так. Тут всякие каштаны. О, каштаны. Ну, короче, эти желуди. Ой, блин, я забыла уменьшить, отдалить. Так, вот так. И знаете, куда я вышла? Я не вышла на то место, с которого бы я должна была уйти. Я вышла на то место, с откуда я должна была, короче, идти обратно домой. Вот. Посмотрите еще на этот прекрасный вид. Очень красиво. Я очень рада, что это все находится прямо рядом с моим домом. Ага, вот они, эти ступеньки. Я хотела вам показать. А грибы вот такие вот здоровенные просто. Это, насколько я думала, поддубовики. Вот, и их можно кушать, поэтому я их сейчас сорву и дома сделаю из них какой-нибудь салат. Вот. Может быть, по пути встречу еще какие-нибудь. Короче, вот такой вот здоровенный гриб. Он больше, чем моя рука. Здоровый. Вот это вот все поле. Да-да-да, вот это вот. Стоит просто на воде. А, муха. Ой. Блин, она ко мне прицепилась. Короче, это все стоит на воде. Очень красивый, густой такой. Полностью на воде. Представьте себе. Вон там видно немного водоем, который еще не заполнили эти деревья. А так это все стоит тупо на воде. Просто представить себе. Я когда первый раз увидела, офигела. Ну, просто вокруг мусора много очень.
можно спускаться. Я тут ни разу, если честно, не спускалась. Нужно сейчас сделать это. Спускаюсь по ступенькам. Поют какие-то птички. Очень красивый вид. Удивительно сказочный. Если бы только еще тут не валялось бутылок всяких. А так тут просто круто. Такой зеленый город. Природа, лес. В общем, четко все. Поднимаемся обратно. И вот что мы видим. Вот такой вот небольшой мостик, очень красивый. Там, где тоже рыбаки. Это называют местные люди сливом, потому что тут сливается вода зеленая, уже такая грязная. Сзади домики. Не знаю, передается ли это прекрасное ощущение и прекрасный вид на видео, но очень замечательно и красиво. Ну и думаю, что на сегодня мы свой... Точнее, я свой обзор для вас и сделала. Обзор леса, как я обещала. Провела очень хорошо время. Постараюсь найти еще какие-нибудь красивые места, чтобы отснять их и показать вам. Просто иногда не всегда беру с собой камеру, потому что это не очень удобно. И не успеваю заснять, а потом нет времени прийти туда и сделать обзор. Но я обещаю, что я буду это делать, буду искать новые места. Всем спасибо за просмотр. Мне очень приятно, что вы за мной наблюдаете, за мою жизнью. Ну и плюс ко всему, видите красивые места, например, как это. Вот. Надвигается, кстати, туча такая вот. Но мы сейчас не о тучах, а обо мне. В общем, спасибо всем большое. До встречи, друзья. Встреча будет очень скоро.